Более полутонны красной рыбы обнаружено. Изъято пограничниками неподалеку от села Аликазган. Силовики обнаружили, как мужчина загружает 500 килограммов русского осетра и 39 килограммов белуги в мотоцикл «Урал». Сумма ущерба государству составила 26 миллионов рублей. По данному факту ведется разбирательство. Обнаружена рыба изъята и передана на хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий республики.